Марат Бекетаев, парень такой многостаночник, он, наверное, зарабатывал на всем, на чем было возможно. Я думаю, это был человек крайне заинтересован, что процесс этим статей длился бы вечно. Это ему постоянный источник доходов, да. Я думаю, это человек, который, наверное, хотел бы, чтобы как можно острее против наших политических властей выступал Мухтар Аблязов, потому что и он, я уверен, причастен к найму тех компаний, которые проводят юридическую работу в Европе против Аблязова. То же самое это вокруг БТА банка, там судебные процессы в Америке. Я думаю, эти люди на всем этом зарабатывали. Проиллюстрирую коротким анекдотом. Молодой сын, адвокат, приходит к отцу и говорит: «Папа, я выиграл это дело, которое ты не мог выиграть. Значит, 20 лет посидел». Говорит: «Идиот, это дело кормило нас все эти 20 лет».